Патриотический десант начал работать в Свердловской области. Герои России из разных регионов страны проводят беседы со школьниками и студентами. За работу с молодежью участников десанта лично поблагодарил вице-губернатор региона Олег Чемизов. Акция «Вахта героев», конечно, на мой взгляд, уникальная, когда такие уважаемые люди, которые заслуженно там получили свои награды, рассказывают о том, больше не рассказывают, даже показывают, как надо относиться к родине, к своим обязанностям. В рамках проекта «Вахта героев Отечества» делегация планирует провести больше 40 бесед со свердловскими школьниками и студентами. На встрече с вице-губернатором активисты заручились его поддержкой в реализации еще одной инициативы. 17 марта с 11 до 13 часов герои России, проживающие в Екатеринбурге, организуют автопробег под названием «Герои голосуют». Маршрут пройдет через избирательные участки. Мы должны показать пример нашему обществу о том, что герои на передовой нашей политической жизни в том числе. Акция будет состоять из того, что герои Свердловской области поочередно посетят избирательные участки, которым приписаны, и произведут свой священный долг, проголосуют за президента нашей страны.